Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Hill Climb Racing 2. Ну что, почитал я ваши комментарии. Вы попросили меня, чтобы я еще снизил параметры для вступления в наш клуб. У нас в данный момент Олег 18, Роберт Шорк и Артем ТВ. Но также я смотрю, здесь у нас есть Мад Макс и Вейкер. Вейкер стоит на первом месте, 34 километра у него уже прокатано. Ну что же, понижать, да, говорите? Понижать, я уже забыл, где-то делается у нас. Так, вот наш легион, друзья. Находится он... у черта на куличке он пока находится, но это ничего страшного, ребят. Главное кататься, гонять... 160 километров накатаем, получим с вами сундук вот такой вот. Блин, я забыл, где у нас понижать этот? Не помню, друзья. Как так-то? Вступить. Так, там должен быть изменить командный сундук. Это у нас создать команду, расширенный поиск. Мне это не нужно. Дивизион. Да ладно, я не могу вспомнить, ребят, прикиньте. Здесь это не делается. Кубки, ну кубки это гонка у нас. Подожди секунду, командный сундук, легион, по-моему, да, вот сюда кликаешь. Править команду. В общем, попросили снизить до 500. Хорошо, ребята, обновляем до 500, все. Я что, нахожусь на самом... Да, я в самом низу. Лидер в самом низу находится, зашибись. Ну что, теперь я, пожалуй, поеду. Поеду, буду кататься, мне нужно получить вот эту трассу, а возможно даже вот сюда. Будем ездить, естественно, если... А, подожди, у меня еще и прокачка. Давай-ка мы, наверное, с тобой сделаем... сцепление. Прокачаем сцепление. Все, погнал я, короче... У нас зима, как раз сцепление здесь. Ух, как пригодится. Втопил. Только не в лужу, пожалуйста, только не в лужу. По-моему, ребят, меня тут хотят нагнуть, вам так не кажется? Опа. Кто-то сказал, приземляйся на задние колеса. Тихо. Чтобы, типа, было лучше. Как этот гаденыш меня тут... Давай. Оу. Да пошел ты куда подальше, а? Хе-хе-хе-хей. Так, а че я радуюсь-то? В плане горючее качается. Погоди, бро. Какое горючее? Че за трасса такая? Ты посмотри, это ближайший горючий. Ну. Да не, я глазам своим не верю. Фью. Да тихо ты, не надо вот здесь подгазовывать, пожалуйста, не надо. Аккуратненько, аккуратнейшим образом. Да не может быть. Фью. Ребята, вот это было чудо. Ты видел, да? Какая была трасса, и тем не менее я приехал первым. Да, это, конечно, круто. Так, я могу ее сразу открыть или нет? Могу. Так, что нам здесь выпадет? 2000 монет, зимние шины и ускоритель дым. Так, как я могу прокачать себе зимние шины, интересно. Давай-ка мы посмотрим. Погоди-ка, почему-то нет. По крайней мере, здесь нет. А там вроде как было... Показано, что да. Ну, это не имеет значения. Мы с тобой едем дальше. Давай. Ух. Вот, вот, ребята, вам. Приземляемся на задние колеса. Да, и шею все-таки свернули. Надо было приземляться, как обычно. Не выпендриваться. Так, ладно.
Что-то мне кажется, ребята, что меня здесь уже будут делать. Я, по-моему, вышел чуть ли не на высшую лигу, или как это назвать. И здесь уже такие ребятульки, что палец в рот не клади, откусят. Понимаешь? Тут уже не до расслабона, друзья. Просто не до расслабона. Тут надо офигительно себя вести. Не допускать ошибок практически никаких, ни малейших. Иначе все, иначе фейл. Так, смотрим. Ух! Давай, давай, давай! Трэш. Это было жестко. В какое-то полено врезался, ребята, и оказался на третьем месте. Блин, и отъехал чуть-чуть назад. Блин, может быть, нам взять все-таки. Но оно плохо прокачано, ты понимаешь? У нас мотор здесь 13, а здесь, извини меня, 20-ка максималка. Ладно. Кстати, надо будет посмотреть, может быть, у нас новые трассы есть, на которых можно погонять. Мы же не смотрели, уже давно, кстати, туда не заходили. Вот, вот ненавижу, вот когда вот так вот делает. Просто терпеть не могу. Вот так вот, да, совсем другое дело. Задание завершено. Проехать 1700 метров, что ли, или что такое? Надо же было, раздавило. Ладно, нормально, ребят. Так, ух ты, а здесь 4 гонки. 4 гонки, друзья. Ты посмотри, этот вот просто не отстает от меня. Давай, 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 дизелек, я верю в тебя. Верю, родной мой, не подведи. Не подведи папочку. Мы этих олухов должны оставить позади. Пускай глотают пыль. Да, красавчики мы. Ну, нормуль, мне нравится, ребят. Но вот этот меня напрягает, там чудило вот этот вот. Что-то он как-то прям по пятам едет. Я вот чувствую, любую ошибку допусти, и все, он тебя тут же, ребята, с... Ой, не-не-не-не-не-не-не-не! Трындец. Это уже который раз, друзья мои, я прокалываюсь на этом, а? Скажи вот мне, который раз? Давай-давай, родной. Есть, хорошо приземлился, все отлично. Так, я надеюсь, здесь не будет пещер. Не хотелось бы, просто не хотелось бы, ребят, никаких пещер здесь. Вот, вот здесь потеряли мы скорость, очень много потеряли скорости. Вот на этом прыжке, вот, вот, опять 25. Кто-то написал, что я, наоборот, перемудрил с рессорами. Ребята, я не понимаю, почему перемудрил. Наоборот, должно быть все вот как вот есть, даже еще лучше. Замечательно. Так, первое место. Все-таки хорошо, ребят, что мы заняли первое место. Так, я могу открыть? Да. А ну-ка, что-то мне тут подкинешь. Крылья, ускоритель дым и 2250 монет. И, кстати, задание завершено. Что мы за это получаем? Ух ты. Еще и сундучок. 3000 монет. 2250, управление Б и стартовый. Сделай 3 поворота в заставе Небесная скала приключения. А, 3 вот таких вот кувырка нужно сделать. Маневр. 200 метров на хилл-климбере. Это нужно проехать или что? Наверное, проехать. Хилл-климбер, я так понимаю, это самая первая, самая начальная тачка. Ну, честно говоря, пока как бы... Оу. Слушай-ка, слушай-ка, слушай-ка. А давай-ка я качну турбо. Кто-то сказал, если я прокачаю дизелек полностью, то мне дадут фирменную шляпу. И эта шляпа есть практически на каждой машине, которую ты прокачаешь полностью. Хотелось бы посмотреть. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, ребят, ребят, хорош, успокойтесь. Чё-то мы, по-моему, с тобой хандрим. Нет, я вроде вырвался, конечно, вперед. Что-то не получается, ребята. Вот я приземляюсь на задние эти. На задние колеса, и никакого эффекта нету. Как ехал еле-еле, так он еле-еле едет. Ну, мощь я здесь уже никак себе не выжму, понимаешь? Движок прокачан по полной программе. Единственное, что да, сцепление, колеса и коробка передач еще остается. Все. Ну, коробка передач, кстати, тоже немаловажна, потому что, сам понимаешь, да, включать повышенную скорость нужно... Динамо, как я? Да я их просто оставил позади. Глотать мои выхлопные газы.
Замечательно дизелек себя ведет. Очень замечательно. Я пойду, наверное, сейчас покатаюсь немножко на трассах, заработаю капельку бабосиков, потому что хочу еще прокачать себе немножко машинку свою. Опа. Давай, 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 давай. Горючку взял? Взял, молодец, красавчик. Так, ну, как ты понимаешь, да, на третьем канале у нас будет продолжение Hill Climb первой части. Там мы будем с тобой тестить новую инопланетную трассу. Мне самому интересно посмотреть, что-то у нас получится. Ну что, тут первое место и... да, сундук. А его, по-моему, мы открыть не сможем. Так, глубоководный... Блин, ненавижу, ребят, вот эти вот глубоководные погружения. Вот серьезно тебе говорю, терпеть их не могу. Но, тем не менее, мне нужно... Подожди-ка, что такое у нас команда? Оу, я вижу новые присоединившиеся. Это Ромка. Романыч, поздравляю тебя. Рад видеть его в нашей команде. Так. Победители, это что такое вообще? Проигравшие. 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 Так, я хотел здесь посмотреть. Гонка. Есть что? Есть какая-нибудь новая трасса у нас или нету? Так, здесь нужно 50 тысяч. 50. Тут 100 тысяч. Ну, по-моему, нету никакой новой трассы. Единственное, что вот, вот здесь вот я еще не... Бесплатно, это на что? На какой? На автобус. Я не хочу, честно говоря, на автобусе-то ехать-то. Дайте мне мое, вот. Мой дизелек дайте, пожалуйста. Так, удвоение монет. Слушай, наверное, стоит взять. Ну что, блин. Ну не люблю я эту трассу водяную. Ну хоть ты, вот, хоть ты что со мной делай. Терпеть их не могу. Надо же, голову не пробил, а. Это где-то надо записать. Так, горючее взяли. Аккуратно. Да хорош. Замечательно. Опа, сундучок заработали. Так, погоди секундочку, что-то я не могу понять. А, вон пузырь. Только голову себе не пробей, пожалуйста. Да, все нормально. Так, здесь тоже не пробей. Видишь, там трамплинчик был. Давай, 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 новый рекорд. Так, тут съезжай аккуратно. Так, мы получаем с тобой второй сундук. Ё-моё, чё ж вы не сказали, что здесь вот так вот? И как мне теперь... Ого! Ты прикинь, даже не поцарапался. Опачки, нормально. Так, тихо, тихо, тут надо вот так. Да куда ты там? Не гони ты слишком сильно. Рекорд? Да, ребята, бонус за расстояние. А вот тут аккура... Проехал. Проехал, он красавчик. Так, третий сундук мы с тобой зарабатываем. Третий сундук. Так, подожди, тут откатимся маленько. И вот так вот. Турбина не вовремя тут включается. Жереха. Кто такой Жереха? Я не знаю. Что за Жереха? А тут-то что? Так, погоди секунду. Нифига там кит. А я смогу здесь? Давай, родной, вытягивай. Е, смог. На нас смотрит гигантский кит, друзья мои. Нет, не надо переворачиваться, не надо, говорю, переворачиваться. Фьюх. Так, еще один сундук взяли. Того уже 4 сундука. Так, тут мы проезжаем, потому что уже поздно снижать скорость, да? Сам понимаешь. Так, опять там кит улыбается.
Так, тихонько, это что такое? Просто она так выглядит, как будто сейчас схавает меня. Слушай, у нас, по-моему, по бензину, да? Туго все. Где бензин? Бонус за расстояние. Ребята, горючее, блин, а горючее находится. Я не успею. Или успею? Прикинь, немножко мне не хватило. Но проехал я довольно солидно, ребята. 3000 монет. Так, я это, пожалуй, все умножу. Так, еще 4500 мне дали на карман. Слушай, ну я неплохо тут, да, прокатился. Город. А почему бы и не поехать в городе? Ну что, поехали. Я не понял, я сам с собой? Окей. Нет, 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 нет. Ну давай хоть туда, хоть туда, хоть. Ну все, понятно, ребят, все. Приплыли. Так, сейчас надо будет аккуратней. Вот здесь, да? Нет, так не пойдет, ребят. Так не пойдет. Блин, другую трассу уже дали. Тут я вообще почему-то на байке еду. А сколько мне нужно проехать? Ага, 1600 у меня был рекорд. То есть мне нужно взять больше, да? Попробуем, попробуем взять. Я там свой мотоцикл, по-моему, где-то далеко-далеко позади оставил. А вот то, что горючее я перелетаю, это вообще не есть хорошо. Вообще нехорошо. Ну и где я теперь возьму? Так, есть один чемодан. Горючку подобрали. Так, слушай, а у нас что, мы рекорд свой побили, да, получается? Ну, я так понял, что да. Вот тебе и супердизель, вот тебе и супертачка. Давай, 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 горючее. Горючее не подобрал опять, а? Так, спокуха, дядя. Так, время в воздухе, все это понятно. Деньги, наверное, я все-таки, ребята, вложу в дизелек. Ну, я имею в виду в прокачку. Прокачаем дизелек с тобой по полной программе, потом начнем уже раллийное авто прокачивать. Мы с тобой просто на дизельке можем такие рекорды ставить. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Так, забрали 26 тысяч у меня в данный момент денег. Это неплохая сумма. Это мне хватит на один апгрейд чего-либо. Так, дай мне горючее. Горючее, говорю, подобрать. Блин, у меня на подсосе бензин-то, ё-моё. Ну как на подсосе половина бака? Через 40 метров только будет следующая заправка. Которую я, по-моему, проехал, да? Точно, ребят, я ее... Все, сейчас запиликает. Фулка. Фу. Вот-вот-вот, я вижу, вижу, вижу. Взял, взял, ребят. Заправился по полной программе. Едем дальше. Не паникуем. Так, хоба. Как залетели-то прекрасно. Сейчас через 20 метров будет еще у нас с тобой. Опа, еще один сундук в копилочку. Так, давай, 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 родной. Вытягивай, вытягивай. Тут только не провались, пожалуйста, а. Ну ты смотри, что мы с тобой вытворяем, а. Ну ведь красавчики же. И горючие подобрали. А самое главное, нет никаких пещер занудных. Вот это мне нравится больше всего. Что нет никаких пещер. Катаешься в свое удовольствие. Да-да-да-да-да. Жалко, конечно, что я не взял бонус на умножение. Блин, это да. Тут я лопухнулся, конечно. Да я просто поспешил, нажал быстренько и все. Так, тихо, это мы забираем? Забираем. Так, а горючее-то... Где у нас ближайшее горючее-то? Что-то не показывают даже.
Так, мы это я заберу. Ага, впереди, вот оно. Замечательно. 5 сундучков у нас уже с тобой есть. Юху! Тихо! Это что за выкрутасы? Нет, ну как так-то, ребят? Ну как так? Ну ё-моё, ну... Вот это было действительно очень-очень обидно. Так обидно, что нет слов. И еще 4250. Слушай, а мы сейчас, наверное, с тобой... Да. Исследователь, второй класс. Вот так-то. Новый костюм водителя, горная шляпа. Горная шляпа. Ну, достижение, друзья мои. Summit or Plummet. Застава Небесная скала. За билетики. Путешествуйте в космосе. Ну, давай проверим. Так, умножение. Что нам прокачать? Наверное, я умножу сцепление. Так, умножим и поедем. Ну что, я готов? А, подожди-ка, я уже здесь был, что ли? Да, ребята, я здесь уже был. И на автобусе я что-то тут пытался. И на своей вон той тачке. Ну давай, а почему? Не, друзья, извините, но я нажимал на... Вот заметь, как только я делаю умножение, меня обязательно разбивают. Обязательно. Так, ладно. Поехали тогда здесь покатаемся. Мы не можем? Нет, не можем. Денюшки нам... Блин! Ай, водная трасса, ребят. Водная трасса. Я уже вам говорил, объяснял, что они мне не нравятся. Фига это там чувачок наяривает. Что это у него за колеса-то такие? Эй! Объясни-ка мне, пожалуйста. Где он такие колеса-то взял? Что это вообще за машина у него? Так, он куда-то там наверх сиганул. А мы с тобой пойдем здесь тогда. Что такое-то? Что-то не могу понять, что мы тут делаем. Так, хорошо. Каким мы хоть едем-то по счету, я не пойму просто. Первый, не первый. Да что ты? Лопнул пузырь, чего? Да ладно, я прикинь, я приехал первым, хотя тот хмыреныш. Очень мощно начал, вот он, ладно, с недовольной рожей. Он же ехал, да, ребята? Конечно, он. Так, кстати, мы скоро с тобой сундук откроем. Оу, пляжный кубок, ребята, вот пляжный кубок, это да. Мне нравится. Но опять же, рандом, как повезет. Юху! Шикандосик, блин. Вот, 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 ребят, вот вам и весь, блин, шикандосик. Да почему мою тачку-то так на заднее колесо-то все бросает-то? Объясните мне, а? Давай, давай, давай. Да, этот еще и помог мне. Такой, на тебе, говорит, и бочком мне задел, и все, ребят. Тут я сам виноват. Ладно. Сейчас посмотрим, что у нас по этой трассе получится. Давай, родной. Вроде бы как... Вот, блин, вот хуже нету, когда вот приземляешься. Ты смотри-ка. Ничего себе. Чутку где-то задержаться стоит. И все, ребята, тебе уже сзади подпирают. Ну что, попробуем последний с тобой нормально проехать. Нам надо... Ну, первое место надо нам занять. Чего ж тут? Первое место, ага. О, да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Тихо, тихо! Все, ребят. Пипец просто-напросто. Просто пипец. Выход, конечно. Давай.
Так, деньги, магнит. О, ну сельский кубок точно. Блин, надо было это прокачать, ребят. Турбину. Сельский кубок мы с тобой. Все, теперь я понял, в чем проблема, ребят. Когда нажимаешь на мышку, на кнопку мышки, у тебя сбрасывается скорость до ноля. Так, Дженни мы с тобой сделали. Ёк-макарёк, вот смотри. Видел? Это я нажимал на кнопочку, и у меня скорость сбивалась. Так, сразу же с бугорка, точнее со спуска. Я плевать я хотел. Нормально, нормально идем, ребят. Все пучком. Ты сам видишь, да, они там сзади пыль глотают. А мы с тобой уже лавры пожимаем. Нет, лишь бы, конечно, не было тут каких-нибудь домиков, а то они могут подляночку-то сделать. Так, ты ешь на всех скоростях, а тебе домик впереди бумс, и ты в него хлоп, и все. Ну, как видишь, все у нас отлично. Так, и остается последняя гонка. Давай. Тихо. Перемудрил с рессорами, да ну нафиг. Нормально я все сделал, ребят. Ничего не перемудрил. Прыгать, да, я не спорю, как Сайгак, но... Может, он и к лучшему. Чем ты... Хотя... Мне бы, конечно, лучше бы, когда он пожестче приземлялся. То есть он прыгнул, приземлился, и все, без всяких там отрываний. Но, тем не менее, на этом дизельке мы с тобой занимаем больше побед, чем на какой-либо другой машине. Горный кубок, друзья, горный кубок, и я вот здесь вот... Опа! Слушай, еще по пятерочке... И у нас будет все отлично. Кстати, я новый... новую... Да, смотри, вот. Получил. Ну, ты понимаешь, это для девчонок. А, и... О! Так. А я-то что-то как-то и не подумал, что это у нас... А что подходит? Свинья с бачком мусорным. Эй, свинья с мусорным бачком. Вот меня, ребята, прет, ладно. Эй, поедем в такой вот прикиде. Так, стоп, смех смехом. А тут, видишь, грех грехом. Ну вот, вот, досмеялся. Говорю, не смейся, блин. Раньше времени, не смейся, блин. Так, тихо, родные, тихо. Папа идет вперед. Блин, опять пригорок. Опять. Видишь, они тоже осторожничают. Тоже, ребят, не хотят разбиться, я понимаю их. Прекрасно. Опачки, а мы так хоп с тобой. И на финиш просто запрыгнули ласточкой. Да, папа знает толк. Ну что, едем дальше. Давай без этих... Без пещер. Да, конечно, без пещер. Так, ребят, тихонько. Ух, было опасно, очень опасно. Да пофиг нам на это горючее. Тут трассы не такие уж большие, поэтому... как бы горючее здесь не особо. Ну давай ты, господи, ну что ты вот начинаешь вот выпендриваться там. Давай, только без прыжков, без этих вот гигантских. Да. Ну и последнюю трассу нам осталось. Что-то мне не нравится вот этот спуск крутой впереди. Опа. Ау, я бы лучше бы по низу поехал, если честно. Ладно, фиксим, зато мы это все перелетели с тобой. Жих. Эй, а что-то впереди. Даже так? Слушай, давай я вот здесь вот лучше потихонечку, а? Во. Вот это я понимаю, да? Это было экстремально, ребята. Серьезно говорю, это было экстремально. Свин-помоечник выиграл. Так, ну что? Оу, смотри-ка, тут какая-то тачка будет новая. Ёк-макарёк, ребята. Да. У меня аж слюнка потекла, надо ее выигрывать. Надо ее брать тепленькую. Так, тут у нас что? Смотри, чувак какой-то клоун
Морковка какая-то меня там обгоняет на своем. Блин, ты посмотри! На каком-то. На каком-то своем плеш. Тихо! Не-не-не-не-не-не, вот так вот. Ага. Я первый, е-е-е! Глотай пыль. Снеговик. Супер дизель лучше всех, это точно. Супер дизель лучше всех. Ребят, я специально так сделал. Я не захотел туда наверх. Я очканул, скажем честно. Я подумал, что там будет очень плохо и... А вот тут уже, по ходу дела, никак не отмазаться. А может быть, оно и к лучшему, фиг его знает. Твою тудыть, да растудыть! Давай, 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 давай! Е! Блин, нам везет как утопленникам. Я не знаю, правда, чем везет утопленникам. Ну, вот так у нас с тобой получается. Очень круто едем, очень круто. Я сам от себя восхищаюсь, ребят. От того мастерства, что... Я просто помню, когда я начинал играть в эту игру, это трындец просто, я там... Ну, кто не верит, может посмотреть старые выпуски, там... Боссов-то победить не мог, а тут смотри-ка. А тут смотри-ка, что вытворяет папа. Вот так вот кто-нибудь еще может? Обалдеть. Вообще найсово. Просто найсово еду. Ну, прикольный такой шлемак. Так, ну что, такими темпами нам еще, наверное, гонки 2-3 нужно сделать. Эпические холмы. Эпические холмы. Опять пещеры, да? Опа, опа, опа. Уже фаворит, ребята, выявился. И причем не один. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот чем меня эта машина убивает, ребят? То, что она может ехать что вниз головой, что, ну, по-всякому. А тот, смотри, тот вообще что-то упорхал, как птичка. Прикинь? Кто он там? Герой? Герой какой-то. 763. А что за машина-то у него? Я не могу понять. Честно говоря, не могу даже понять, что за тачка. Ладно, смотрим дальше. Да ё-моё, сзади какой-то на драндулете чувак. Вы чё, серьезно что ли? Меня все вздрючили, кому не лень, прикинь? Все! Это что такое? Вот это как можно понимать, а? Я даже, у меня нет слов, ребят. Кто-то разбился, что ли, или что, я не понял? Шлем там валялся, ты видел? И какой я приехал? Четвертый, да? А какое место по факту? А, еще гонка. Теперь вот этот вот, да, у нас в... Вот там он. Нет! Оу, ребят, ну все тут. Как угрозил ты сюда? Да, короче, ломайся. Зашибись. Твою налево, блин. Че у нас там, пещеры? Или пустыня? Я что-то не могу понять, что такое. Оу-оу-оу-оу. Водитель разбился, конечно, разбился, ё-моё. Просто с такой подлянки начали, а. Опять? Ну тут ладно, тут тихо, подожди, ладно. Тут не ладно. Тут высоко, да? Потолок был. Блин, что же там за тачка-то была все-таки? Мне интересно знать. Я лучше понял, ребят. Лучше задирать нос вперед, чтобы, если что, ты мог удариться лучше передом, да? Чем крышей. Удивительно, что даже он не разбился. Сделал такой кульбит.
и выжил. Пока мы с тобой на втором месте. Я специально так сделал, ребят, специально. Ага. Это же, да? Я специально снизил скорость, думал. Блин, ребят, еще ниже, да? Еще, то есть, дальше. Твою налево. Блин, теперь кубок шахты. Теперь кубок шахты. Все с этими тоннелями. То есть, ты понимаешь, на моей машине тут особо, ну, не разогнаться, как бы. Нет! Блин, вот этот ханорик меня бесит. Ему, по-моему, разбиться-то невозможно, да? Я так понимаю. Да господи, твою, я не знаю. Мусорный бачок только отлетел. Ребят, мы так сейчас с вами сфейлимся. Ну, сфейлимся я в плане того, что мы уйдем сейчас на самое дно. Ненавижу водные гонки и вот эти всякие пещеры, шахты, пещеры, блин. Дайте мне обычные уличные гонки. Колхозный лес, например, или еще что-нибудь. Но не вот эти вот пещеры плешивые, которые терпеть не могу. Видишь? Надо очень аккуратно. Так, я приехал вторым. Вторым, последняя гонка у нас. Во, вот начинается, да? Вот так вот. Тот сразу переворачивается на своей фиговине. Ну чё? Хотя бы так, ребят, хотя бы так. Ну, лучше так, чем разбиться. О! Ну, блин, тут уже все, ребят, тут уже... Хочешь, не хочешь. Фьюх. Так, и что у нас получается? На каком я месте? На первом. 6 очков зарабатываем. Так, ну вроде бы вернулся на свою прежнюю позицию. Что там у нас дальше? Я не увидел, ребят. Кубок Федерации. А что за Федерация? Да какого ты фига? На какой-то, блин, говномеске едет он, ты прикинь? Утони нафиг. Такой доброжелатель. Ну, ты знаешь, в этих гонках не до добра. Некогда тут сюсюкаться с этими простачками. Надо их дрючить при первой возможности. Потому что к тебе никто не будет здесь снисходительно относиться. При первой возможности тебя сольют. Понимаешь? Вот так вот. Не вытянул чувачок там кое-что. А мы с тобой вот так вот порхаем, как птички. А вот и финиш. Отлично. Красавчики. Ну, открытое все равно мне больше нравится, ребят. По открытой местности ездить, чем по этим пещерам, ну, сам понимаешь. Опять этот супостат сзади на хвосте сидит. Оу, щет! Как так-то, блин, твою налево. Фу, хорошо, хоть первыми. Так, ну что, ребята, так, большой. Чего там большой? Воздушный кубок? Большой воздушный кубок? Так, я надеюсь, это без приколов с домиками. Ну, ты понял, да, о чем я? Так вот разгоняешься, а потом хап тебе домик. Будьте добры на первый этаж или на второй, залетайте. Нет, тут все отлично. Тут все отлично. Как они вот на каких машинках еще и зарабатывают призовые места, я не понимаю. Я просто не понимаю. Зачем я так сделал? Ну... Это хорошо, мне этот сейчас турбина помогла немножко там вырваться вперед. Нажимаю опять эти кнопки. Давай, родной.
Чувствую финиш. Да, вот он. Есть. Мы с тобой сделали. Так, и последний, последний заезд. Старт неплохой. Опачки. И жалко крылышков нет, да? Так бы сейчас с собой порхали бы здесь. Отлично. И финиш, да. Да, друзья мои. А по-другому быть и не могло. Что у них там в руке? А, это перчатки такие. Ну что, возьмем или нет? Ать? Да ладно. Кубок лесов, три этапа. Все равно я должен получить. Кубок лесов. Опа, опа, ребята. А это случайно не самая или последняя тачка, которая в игре дается? Вот эта вот, на которую чувак едет. И посмотри, что он делает. Это, по-моему, та самая премиальная машина. Я, конечно, могу ошибиться, но, по-моему, это она. Так, тихо, тихо, тихо. Я пытаюсь все, что могу, ребята, сделать. Ага, выкусил на своей премиальной тачке. Где он там вообще? В самом конце был. Фу. Видимо, он только по прямой может нормально себя чувствовать. А вот по таким паухапчикам кишка-то у него тонка, да? Но тут-то он вообще прямо... Ух! Давай, Рейчик, давай, родной. Да ты посмотри, он все равно скоростнее, ребят. Ну, ему первого места все равно не видать. Я буду первым. Потому что в прошлой игре он пришел последним. Так что первым должен быть я, да. Ну, я забираю. Тюнс. Чемодан сразу открывается. Так, зимние шины, ускоритель фляг, усиленные. Опа. Так, подожди, а... Вот это что такое? Тьфу ты, ребят, это же премиум класс, да? Ну, конечно, это же премиум класс, когда ты открываешь. А, так вот, значит. Что это за колесики-то я тогда видел? Шлем. Так, а сколько стоит премиум этот? А тут бесплатно. А я и так его получил бесплатно. Сколько стоит премиум пак? Ну-ка. 220 рублей всего-то. Так, а это что такое? Подписка VIP. 100% без рекламы, ежедневный VIP-сундук, VIP-настройки и двойные очки. Включает премиальный. А это что? А, включает премиальный. Подожди. Это премиальный. И сюда он тоже входит, что ли, в премиальный? Ежедневные скидки. Нет, ну вот это вот мне неохота брать. Вот он, ребята. Кто-то заплатил 450 рублей, чтобы вот эту тачку взять. Прикинь. Ну и ты видел, что она вытворяет, эта машина. Я, наверное, возьму двойные очки. Двойные очки. И чтобы у меня не было рекламы. Она меня запарила просто. Так, друзья мои, это знаешь, что я так почитал? Это же каждый месяц будут с тебя снимать по 380 рублей. Прикинь. Не, я пока не готов. Ребят, напишите, стоит ли вступить за 380 или нет. Пока я не буду вступать. Потому что это каждый месяц надо делать. Ну что, сегодня, я считаю, мы неплохо погоняли. Очень даже хорошо, я бы так сказал тебе. Взяли сундучок. Тут у нас будет следующая трасса. А тут, я так понимаю, будет уже следующая машина. Так, тут у нас Артем вступил в команду. Так, подожди, это, по-моему, все старое. Так, всем привет, я новенький. Здорово, завоеватель. Вот, да, он вступил в команду. Ну и всем ребятам, которые вступили, привет огромный. Сколько нас уже в команде? А где тут можно посмотреть? Вот. Нет, это не то. А где нам посмотреть состав? Вот, ребят. Раз, два, три, четыре, пять,
6, 7. Я восьмой. А, я не знаю, сколько максимальное число игроков может быть в игре. Легион. У кубков у нас почему-то пока 0. Не знаю, потом, может быть, как-то эти кубки набиваются, ребят. Со временем будем все это узнавать. Где-то вы мне что-то подскажете. В общем, на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.